Добрый вечер всем. Мы выходим в эфир из города Капешвар, Венгрия. Сегодня у нас 19 сентября 2022 года. Мы находимся в ожидании начала чемпионата мира по спортивной ловле карпа 2022 года после двухлетнего перерыва в чемпионатах. Это как бы эфир, просто небольшая заметка, коротенькая, о том, как прошел день у сборной. И также немножко о планах сборной на завтра. Ну, на ближайшие, может, еще пару дней, хотя какие там планы. Сегодня с утра, как всегда, ребята встали 5:30 утра. Поехали размяться, потренироваться, попробовать побросать, для того, чтобы ребята подошли к чемпионату не закрепощенными. Все-таки, если несколько дней не разрабатывать руки, плечи, то потом как бы со старта тяжело начинать. А так они как бы подойдут более-менее разогретыми. После того, как они потренировались, они вернулись обратно. И мы были на связи с фирмой, с магазином, который нам должен был дать в аренду кемпинговое снаряжение. До того, как оно попало к нам, ребята уже успели пойти в этот магазин. И я так понимаю, что магазин был просто счастлив. Потому что, по словам нашего главного тренера, наша сборная оставила там в районе 500 000 форинтов. Так что для магазина эти чемпионаты, конечно, возможность сбагрить все, что у них лежит, все, что у них залежалось, не покупается венграми, потому что для венгров это может быть дорого, а вот для нас это совсем недорого. Ну, короче, они там все скупились, они вернулись. Потом, как бы мне эта женщина, девушка, которая отвечала за весь кемпинг Ливия, она мне написала, что я сейчас к вам приеду, а через пару минут написала, что извините, не приеду, потому что нам зашла сборная Латвии, по-моему. То есть тоже скупили там полмагазина. Вот. И, ну, опоздания никакого не было, потому что изначально мы не определили четкое время, когда они привезут. Это было между 10 и 12. Вот. Короче, в районе 12 часов они приехали, они привезли. Они привезли палатки, привезли кровати, стулья, карповые маты. Причем, как я уже раньше говорил, из-за ошибки, которая была допущена в предварительном определении, кто есть кто, и то, что нас спутали со сборной Казахстана. Добрый вечер всем, кто нас смотрит еще раз. В итоге нам они были вынуждены дать новое снаряжение. То есть практически мы получили две новых палатки, мы получили два новых карповых мата. Ну, как бы стулья, кровати юзанные, поддержанные, но, в общем-то, это же не так и важно. Тем более, что не будет так много времени у ребят отдыхать. Я верю в то, что будет работа, будет клев. Вот, мы отблагодарили эту Ливию, в общем-то, сделали небольшой подарок. Спасибо моей жене, которая помогла в выборе товаров, продукции Мертвого моря. Ливия была просто ужасно обрадована, и она уже после того, как они уехали, она еще несколько раз мне писала слова благодарности. Спасибо огромное за такой шикарный подарок. Но она просто сама даже не понимает, насколько она нам помогла. То снаряжение, которое сборная наша брала в августе, в другом месте, это было полное, я уже говорил, полный дрек. Полуполоманная, полупорванная, вообще ужасная. Без дна, без стенок, палатки. Ну, короче, это был кошмар. Вот. И по деньгам я не могу сказать, что то снаряжение, что мы брали в августе, стоило намного дешевле, чем... не обращайте внимания, что я оборачиваюсь, там просто бродит наш главный тренер, который почему-то отказывается показываться людям. Я не знаю, почему. Она стесняется очень. Вот. Короче, снаряжение получили, еще получили вдобавок в подарок, ну как в подарок, бесплатно, три стола хороших пластиковых, на которых можно будет там поставить газию и варить пищу, и кушать.
Вот. И после этого мы поехали втроем, как бы Олег за рулем, Гена и я поехали на регистрацию сборных, на официальный пункт встречи. Там уже, когда мы приехали, там сидела сборная Польши, регистрировалась, а до них как раз прошла сборная Италии. Ну, как бы тоже некоторые знакомые лица были, но, в общем-то, я лица плохо запоминаю. Гена там вроде кого-то узнал, ну, не знаю. Вот, после поляков пошли мы, был там казус, я про него писал в своем отчете, о том, что я поставил видео, камеру как бы на запись видео, и как бы забыл включить микрофон. А так как он не был включен, то, соответственно, телефон звук вообще не записал. Ну, я потом уже буду, когда обрабатывать все видео, что у меня собирается, я там сделаю чисто вот голосовую озвучку о том, о чем идет там речь. Там ничего особо такого нет, потому что нужно просто сверить, что их записи соответствуют тому, что мы им присылали, а они не соответствовали, сразу говорю. То, что я им посылал еще буквально 2 недели назад, вот, уточнение в составе сборной, потому что Юра Каганович, к большому сожалению, поехать не смог, и пришлось из этого менять состав, получается, потому что вместо двойки Юра Каганович и Владимир Златкин зашла фактически двойка Вадим Курбатов и Влад Ируткин, Сергей Курбатов, извините. Вот, а Вадим Златкин, он перешел в запасные вместе с Костиком. Ну и заодно, как естественно, все наши запасные, это всегда, как бы, они же еще и раннеры, то есть помощники, которые помогают капитану и тренеру следить за событиями. И все это было подано в Федерацию спорта, и не знаю, куда оно ушло, я не знаю, но в документах, которые нам дали, там все было по-старому, то есть как бы старая двойка Златкин, Каганович и так далее. Ну, в общем, на ходу пришлось все черкать и смотреть. Короче, все там поисправляли. Нам дали подарочные наборы. Это так смешно. Подарочный набор – это кружка, значок и пару бумажек. То есть проспекты, куда я его делал, не помню. Ну ладно, там просто проспекты о городе Капешвар. Вот. Единственное, что как бы нам, как представителям сборной, капитану и менеджеру, нам как бы дали маленький подарок от но это у нас остается до субботы. У нас тренер жесткий, у нас сухой закон, даже пиво нельзя, поэтому алкоголь у нас будет только в субботу, уже по окончании турнира и, как говорится, после того, как мы получим свои золотые медали. Вот. После того, как мы зарегистрировались, в общем-то, уже не было особых дел. Кто-то пошел отдыхать просто, потому что, вы же понимаете, да, каждый день вставать в 5:30, для многих это достаточно тяжело и непривычно. А ложатся люди поздно, именно потому что кучу вопросов нужно обсудить, всяких мелких дел завершить, посоветоваться. Поэтому люди ложатся поздно, а встают рано. Ну, в общем, надо отдыхать. Поэтому кто-то лег спать, а кто-то пошел гулять по городу, кто-то поехал опять же в магазин. Так что всем было занятие. И вечером мы просто еще раз съездили в тот же самый ресторан, который я уже упоминал, где очень вкусно кормят, чтобы поужинать. В этот раз полностью осилить все я не смог. То есть старею явно. Вот, потому что в прошлый раз я съел все. Вот. И в этот раз я взял себе там другой супчик. Ну, короче, я не буду об этом говорить, потому что я так вижу, что очень многих почему-то раздражают мои рассказы о том, как нас тут вкусно кормят. Что типа мы должны тут, наверное, сидеть впроголодь, пить воду, есть сухари. И, кстати, сухари. Вот. Сестра моей жены насушила нам сухарей. Я вчера их достал, поставил как бы нам тут на стол, и мне пришлось буквально силой отбирать эти сухари у нашего тренера и у себя самого, потому что, ну, не то, что там они
прям какие-то супер. Ну, вот они как-то так легко пошли, как семечки. Вот ты сидишь, чем-то занимаешься, а потом замечаешь, что ты полпакета сухарей уже ты умял. Вот, в итоге я наступил себе на горло, отсыпал большую часть этих сухарей и отнес их спортсменам. И в итоге получил кучу благодарностей. Сказали, вай, как хорошо, как вкусно. Вот, все, как бы сегодня день закончился, погода была, опять же, был чуть-чуть дождь, причем как был ливень несколько раз, но тут ливень, он буквально 5 минут, и все, и тут же выходит солнце, голубое небо. Я так понимаю, циклон прошел мимо, он уходит, и плюс-минус уже как бы дальше будет, возможно, будут дожди, но так, такие мелкие. Сейчас вечером я дождя не слышу. Мы когда ездили, тоже дождя не было. Завтра в 10 утра будет первый брифинг капитанов. И будет первая жеребьевка. Жеребьевка зон троек. То есть какая из двоек попадает в какую зону. А уже в среду будет жеребьевка, то, что мы называем секторами, а они называют рингами. То есть уже какая из этих двоек в этой зоне попадает в какой конкретный номер ринга. Так что завтра после 10, в принципе, опять же будет свободное время. В 6 часов вечера церемония открытия, церемония поднятия флагов на сцену. Ну, в общем-то, и все. И потом до среды, до 8 утра, как бы, опять же, спортсмены будут сидеть и нервничать. А в среду в 8 утра мы все едем на второй, так называемый, брифинг капитана, где будет вторая эта жеребьевка, после чего команды начнут выдвигаться в свои зоны. Если вы читали правила ФИПС, то в 10:30 разрешено заходить, переступить через ленточку. До 10:30 можно выгрузить все снаряжение, положить его рядом на землю, но заходить за ленту нельзя. Когда звучит первый сигнал, можно занести снаряжение, начать ставить лагерь. Ну, как бы все делают по-разному, я тоже смотрел. Есть те, которые спокойно ставят палатки, там все, потом начинают, уже приступают к разворачиванию удилищ. А есть те, которые первым делом удилища, и если мне не изменяет память, то разрешено вроде бы как маркириться. Мы записали это как один из вопросов на завтрашний брифинг. Можно ли маркироваться между 10:30 и 12:30. Некоторые удилища разворачивают и уже, в принципе, они готовы к бою. У них еще до заноса в сектор. Просто лежат уже готовые. В общем, каждый по-своему. Вот. И все. Свисток 2 12:30. Начинается соревнование. Соответственно, до субботы 12:30, экшен. Все верят в победу. Мы, естественно, тоже верим в победу. 28 стран, это вам не хухры-мухры. Очень серьезный чемпионат, я таких не помню. Такого количества. И как бы местные, я так понимаю, тоже не сильно рады этому. Из-за того, что чем больше стран, тем меньше хороших секторов. То есть приходится ужиматься, сектора становятся маленькими, ринги, как бы, и многим попадают плохие, так скажем. Вот. Ну, в общем, плюс-минус это все за день. Ничего больше такого особо интересного не было. Постоянное заседание сборной над картой, обсуждение тактики, стратегии, вопросов и так далее. Ну, обычная нормальная работа сборной. Вот. Сборная, опять же, повторяюсь, на мой взгляд, очень хорошая. И с точки зрения психологической, и с точки зрения подготовки. Готовы рвать всех. Серега, привет. Вот. И когда я завтра смогу выйти, смогу ли, я не знаю. Потому что так как в 6 будет церемония открытия, я не знаю, сколько она продлится. Я боюсь, что мы только к 10 часам вернемся домой. А вставать надо очень рано, поэтому желательно и лечь. Так что не знаю, не обещаю насчет завтра. Может быть, днем между вот брифингом капитанов и церемонией награждения, может быть, я еще там скажу пару слов, если будет что-то интересное на брифинге. Если хотите, чтобы я передал кому-то привет, и пишите это в комментариях, извините. Можем передать привет не только нашей сборной.
Можем передать привет и молдавской сборной, и украинской сборной. Как бы все здесь. Так что всем спокойной ночи. Нам тоже спокойной ночи. Спасибо всем. И до встречи. Все, всем пока.